20 ребят, ежедневно посещающих разнообразные занятия в досуговом центре «Юность», на этот раз приехали в музей-заповедник «Горки Ленинские» для того, чтобы рисовать пейзажи. От классического пленэра занятия отличались только тем, что многие из юных живописцев совсем не умеют рисовать, но хотят. Поэтому организаторы решили сделать для них мастер-класс и пригласили настоящего художника. Мастер-класс организаторы решили провести в одном из самых живописных уголков Ленинского района, около музея-усадьбы «Горки Ленинские». Ребята сами могли выбрать, что конкретно рисовать. У художников правил нет. Мы рисуем, что хотим и как хотим. Дети самостоятельно выставляли мольберты к тем местам, которые они хотят нарисовать. Вот. Кто-то рисует у нас пруд, кто-то рисует деревья, кто-то рисует непосредственно саму усадьбу. Ребята рисовали карандашами, фломастерами и пастелью. А педагог-художник Ирина Волконская подсказывала, направляла и давала советы, помогая создать маленький шедевр даже тем, кто совсем не силен в живописи. Ваза у тебя заваливается, конечно, на бок. Поровнее. У тебя есть простой карандаш? Где? Поровнее давай вазу сделаем. Смотри, у нее все-таки есть симметрия вот у вазы. Места эти для ребят знакомые и любимые. Они не раз бывали тут на экскурсиях, а на днях ходили сюда в поход, где многие приметили для себя, что будут рисовать сегодня. Мы бережем культуру нашего края, Ленинского района. Всегда им рассказываем про наши места. Они знают полностью историю нашего края, на любой вопрос ответят. То есть попутно, вот, находясь с ними на природе, мы рассказываем. В том числе про этот музей. Они знают все. 10-летняя Даша Петрановская не новичок в живописи. Для своего пейзажа она совершенно осознанно выбрала пастель. В ней много оттенков, и получается, ей можно размывать и можно обводить. Мне она нравится больше. А Миша Макаров решил нарисовать ротонду, расположенную неподалеку, хоть с этой точки она и не просматривается. На вопрос, нравятся ли ему такие занятия, ответил утвердительно. Воздух свежий, прохладно. Лучшие пейзажи вскоре отправятся на выставку, посвященную 90-летию Ленинского района, который воспитанники и сотрудники досугового центра «Юность» сейчас активно готовятся. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.